Усилиями сотрудников МЧС и гражданского населения в Либрецком районе удалось ликвидировать последние очаги возгорания. Один из самых пожароопасных участков находился вблизи поселка Островцы. Люберецким пожарным все-таки удалось переломить сложную ситуацию, создавшуюся на границе с Раменским районом возле поселка Островцы. На протяжении 2 недель сотрудники МЧС, объединившись с гражданским населением, боролись здесь с бушевавшим низовым пожаром. Не допустить распространения огня и локализовать его – такая задача была поставлена администрацией Люберецкого района, которая оказывала всяческую помощь спасателям. Ситуация здесь была действительно серьезная. Здесь сгорело 36 гектаров лесных земель. Мы всю прошлую неделю практически с 8 утра и до 11-12 ночи занимались тем, что расчищали вот завалы, которые здесь были на этом месте. Рубили просеки. За время тушения пожара в этом лесу было прорублено более 30 километров просек. Такой нагрузки не выдерживала даже подтянутая сюда тяжелая техника. Мы здесь сломали 3 бульдозера. Постоянно они ломались, мы их ремонтировали. Сейчас открытого огня уже нет. Однако остались отдельные затухающие очаги, и в настоящее время их заливают. Или, выражаясь на языке пожарных, зачерняют. В лесу постоянно находятся 2 пожарные машины, 1 бочка-водовоз и 3 поливальные машины. Трудность этой работы заключается в том, что через поваленные деревья очень сложно подобраться к очагам возгорания. Однако пожарные делают все, чтобы остановить огонь и не допустить его распространения. Ирина Пахомова, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение.